Говорят, все новое – это хорошо забытое старое. Современные литературные авторы изобрели новый жанр – нон-фикшн. Дословно, без фикций. Ничего не напоминает. Реализм, документалистика – но нон-фикшн так нон-фикшн. Неверие ваше прискорбно, хотя и вполне объяснимо. Предлагаем три новинки в этом жанре. «Свобода быть собой» Линдси Картер-Гибсон. У вас в детстве не складывались отношения с родителями, тогда вам будет полезно почитать книгу этого автора. В тексте много упражнений, подробных и небанальных, так как Линдси Картер-Гибсон сама клинический психолог. После прочтения станет очевидно, как важно беречь себя и свою безопасность. «Зачем мы бежим» или «Как догнать свою антилопу» – новый взгляд на эволюцию человека. Бернд Хайнрих. Обычно автор пишет о природе и науке, а в этой книге – пробег. Но даже если вы не поклонник пробежек, почитайте, будет любопытно. Оказывается, Хайнрих – обладатель целого ряда рекордов на супермарафонской дистанции. В книге он рассказывает про бег людей и животных, про то, как распределить силы по дистанции, как выбрать питание. Интересно, легко, живо, познавательно. Запомни, лучший день потерять, потом за 5 минут долететь. Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни. Мэй Маск. Об этой книге у прочитавших ее такие отзывы. В моей голове прошла путь от «Боже, зачем я решила это читать?» до «Боже, какая женщина!». Мэй легкая, непринужденная и искренняя. Мало советов, много воспоминаний. В переводе не теряется приятная речь повествователя. Итак, нон-фикшн. Только 3 книги и 3 автора. Пробуем на вкус новый жанр.